Жуковском центральном дворце культуры состоялся заключительный этап областного конкурса эстрадной песни «Серебряный голос». Он проводится ежегодно, начиная с 2003-го. Первый отборочный этап проходил в начале апреля. Всего в этом году было подано 128 заявок из 34 муниципальных образований Московской области. В конкурсе «Серебряный голос» могли принять участие конкурсанты самых разных возрастов, начиная с 9 лет. На одной сцене собралось более 200 человек. Каждый конкурсант выбрал именно ту песню, с помощью которой хотел донести до зрителя свою особую атмосферу. Помимо технических навыков, конечно, важно донести эмоцию, настроение свое, то, как вы понимаете песню, и поделиться частичкой себя со зрителем, сделать ему на душе тепло или как-то, в общем, разделить с ним вместе какую-то частичку жизни. Областной конкурс эстрадной песни «Серебряный голос» по традиции проводится при информационной поддержке Министерства культуры Московской области. Оценивает вокальные данные участников заслуженные работники культуры, музыканты и педагоги. У нас работает компетентное жюри от Министерства культуры Московской области. Я думаю, что они выберут самых лучших исполнителей, и у нас будут сегодня награждены наши звезды. Жюри оценивало конкурсные номера участников по таким критериям, как вокально-музыкальные данные выступающих, артистичность, постановку номера, а также сценические костюмы и выбранный ими репертуар. По итогу конкурса в каждой возрастной группе были выбраны и награждены самые талантливые артисты. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.